Озвучил Зозя. Я немного это прочитаю. Это всего лишь предыстория. На самом деле это не так. Спасите меня. Ух ты. Это я хорошо написал, да? Любимые строчки из песни Фейс Чимина. Привет, я Чимин из BTS. В моем первом официальном сольном альбоме Face собраны горькие чувства, которые я испытывал во время двухлетней пандемии. Я чувствовал пустоту и одновременно удовольствие. Я смог восстановиться, будучи решительным. Он содержит изменения в моих эмоциях. Каждая строчка песни содержит мои эмоции. Но чувствовал ли я то же самое? Все тексты песен растопили мое сердце. Я хочу обратить внимание на те строки, которые мне особенно хотелось бы показать вам, ребята. Исключая интерлюд «Дайв», в которой нет текста, пойдем по порядку из списка треков. Первый трек — «Face Off». В нем много злости, и подобные эмоции раскрываются в песне. Строчка, которая хорошо выражает эмоции, это... «Я могу выбрать эту. Это моя обычная история». Я много разговаривал с Ингихёном о том, что человеческие отношения — это очень сложно. Люди очень близки, но через несколько лет с тобой оказываются другие люди. Человек может отдаляться, но позже стать близким. Один доверяет другому, но позже разочаровывается. Друзья тоже отдаляются. Такие эмоции, я думаю, что многие люди это чувствуют. Вот почему я написал эти строки. На очереди мой любимый Feel Like Crazy, который вдохновил меня на песню. Это заглавная песня альбома Face, Like Crazy. В этой песне... Вот эта часть. Я хочу остаться в этом сне. В том числе нет. Было много ситуаций, когда я чувствовал, что это лень и мечтательность. Есть такая эмоция, с которой я хочу, чтобы мое настроение оставалось. Например, живя свою жизнь, мы используем выражение «мы упали». Такое ощущение, что мы не хотим вставать обратно. Бывают моменты, когда мне просто хочется сесть. Я написал текст, основанный на этой эмоции. Следующий трек — это «Alone». В песне «Like Crazy» моментами мне это нравится, но вдруг наступает момент, когда я осознаю сложившуюся ситуацию. Что я делаю сейчас? Разве все было не так? Я сделал что-то не то? Бывают моменты, когда я чувствую себя так. Вообще-то, текст песни «Alone», над ним я работал больше всего. Я написал его в доме продюсера, я пошел к машине и остался один. Я бы остался на час и поднялся бы обратно. Для этой песни было сложно написать текст. Это песня, которую я написал как дневник. Какая часть мне понравилась больше всего? Давайте я кратко прочитаю. Сканирование. Первая часть текста. Вступление и куплеты. Они все мне нравятся. Это была моя эмоция. Наступает момент, когда я просыпаюсь от этого. Люди, которые со мной вместе, и мы даже не близки, но ведем себя так, будто мы близки. Я думаю, вы тоже могли с этим столкнуться. Если нет, то вам повезло. Но что я делаю с таким человеком? Бывало, что я не понимал. Об этом первая часть. Вот почему мне эта часть нравится больше всего. Эта часть, на самом деле... Это всего лишь предыстория. День и ночь, падение и повторение. Плохие сумерки, я отвожу взгляд. Эта часть. Я должен был повторить. Продюсер спросил меня, что если я так сделаю, а он скопировал и вставил. Но по ошибке вставил только часть. Эмоции внутри... На самом деле это не так. Спаси меня. Я правда слышал это так. Вот почему вышла эта часть. Мэйдэй, вытащи меня. Эту строчку написал продюсер. Та часть, которая вышла случайно, была хорошей. Это пятый трек. Set Me Free, Part 2. Как и в названии, я испытал эмоции до этого, и поэтому я отпущу эти эмоции. Я спасаю себя. И сам освобожусь. Песня содержит это стремление. Мне очень нравится хоровая партия. В этой середине мы подумали о том, чтобы поставить другую мелодию и текст. Но это было не то. Поэтому эту строчку мы просто разместили повсюду. Мне нравилось петь эти слова. И среди текстов, которые я написал, сконцентрирован. Есть вот эта часть. И это тоже. А это тоже хорошо. Схожу с ума, чтобы оставаться в здравом уме. Поднимите свои руки за прошлого меня. Сходить с ума, чтобы оставаться в здравом уме, на самом деле, в одной из песен BTS есть. Если вы посмотрите на текст вон, там есть подобные строчки. И я действительно согласен с этим. Песня вон — это тоже боевая песня, в которой говорится «перенеси всю боль». Вот почему...
Я использовал эту строчку в песне. А внизу поднимите руки за меня. Хорошо написано, да? Так, это последний трек. Это скрытый трек под названием «Dear Army». Продюсер предложил мне написать о своих эмоциях фанатам Army. Так я пошел домой и сразу использовал гитару, на которой даже играть не умею. Я написал песни. В этой песне все слова я написал как письмо Army. Мне все здесь нравится. Но если выбрать что-то одно, вот эта часть раньше была в тексте Эрема, и мне показалось, что это было очень эмоционально, и я перенес его сюда. Я написал это в прошедшем времени. Если бы мы были вместе, даже пустыня могла бы превратиться в море. Я напишу и покажу вам. Осторожно. Пишет. Конец. Завершено. Хотя я тоже хотел это сказать. Я думаю, что у фанатов есть эта сила. Пустыня может и не стать морем, но силы поднять человека вверх — это то, что действительно есть у большинства фанатов. И я всегда благодарен за это. До этого момента мы видели тексты к альбому Face. Для того, чтобы текст альбома был завершен, ему пришлось пройти через бесконечные переживания и правки. Если вы хотите больше узнать об усилиях и процессе, я надеюсь, что вы сможете узнать это через мой документальный фильм «Создание альбома Face» и производственный дневник Чимина, который выйдет в озвучке Зози. Только у него на Бусти. Увидимся там. И пока!